Всем привет, с вами Прия, и сегодня, наконец-то, 17 числа, запустились тестовые сервера обновления 8.2. Можно очень много информации с этого вывести, очень много видосиков, конечно же, сделать по этой теме, по всяким нововведениям, и можно детально их рассмотреть. Сегодня хотелось бы конкретно рассмотреть полеты, а именно достижения, являющиеся второй частью первопроходца Култироса, Зандалара, и глянуть вообще, за что нам дает, собственно, полет нынче. Я уже вывел это достижение в слежение, и чтобы быстренько открыть, время особо не тратить, мы можем все абсолютно глянуть. Собственно, Battle for Azeroth Part 2, вторая часть. Что нам требуется? Нам требуется первая часть первопроходца Battle for Azeroth, естественно, то есть что там для нее нужно, все локации исследовать, все репутации прокачать до определенного уровня, локалочек 100 штук сделать, квесты, квестлайны конкретно в наших дружественных локациях, у Альянса Култирос, Суарды, Зандалар получается. Ну и также военная кампания, полное ее выполнение. Для второй части всего лишь определенный порог репутации, а именно почтение у фракции Rebellion на Мехагоне, ну а также почтение у фракции Анкаан для Альянса, либо Аншейклет для Орды в Назжатаре. Весьма неплохо, всего лишь почтение, даже не превознесение. Это классно, действительно. В награду за выполнение чудесного достижения на открытие полетов мы получим прекрасного механического попугая. Чудесное крыло 2.0. И я долго изучал карту, пытался найти новый этот островок Мехагон, и в итоге просто поводив мышкой, увидел. Вот он, Мехагон Айланд. Пока что ничего абсолютно нет. Зеленая локация, потому что все-таки это ПТР, самый первый его билд, скажем так, и все еще только в процессе. Как говорится, верим, надеемся, ждем. Ну а касательно полетов, я думаю, очень быстро люди получат полеты, и это будет реально классно. Возможно, будут какие-то квесты на сдачу ресурсов, быть может, дейлики даже там, или просто еженедельные квесты, может, что-то еще связанное с этим. Ресурсы, скорее всего, стоит подкопить, конечно же. Ну а так, если рассчитать по времени выхода патча 8.2, скорее всего, будет через месяц-полтора, основываясь на прошлые анонсы различных ПТРов и выхода после них каких-либо патчей. Хотя обычно вторые патчи более глобальные, и, скорее всего, его будут тестить дольше, контента будет больше, потому что если сейчас так пролистать, то есть рейд уже новый добавлен, боссы под него добавлены, инст добавлен, там тоже боссы и лут под него добавлены. Ну, месяц, полтора, два, и 8.2 будет на живых серверах, и мы будем летать, ну, спустя еще там недельку-две после прокачки репутации всего лишь до почтения у двух фракций. На этом все, всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, увидимся на стримфесте, до скорого!